9 августа в Ненецком округе отметят Международный день коренных народов мира. В честь праздника в регионе пройдет акция «Свой среди своих». Представители разных народов вновь выйдут на улицы в национальных костюмах, чтобы показать богатство и красоту своих корней. Тему продолжит Василий Ходанзейский. Уже третий год подряд Светлана Хозяинова принимает участие в региональной акции «Свой среди своих». Ежегодно 9 августа она надевает коми-костюм и идет на работу. Я не могу не участвовать в акции «Свой среди своих», потому что это замечательная возможность мне надеть одежду, в которой ходили мои предки, со всем почтением и уважением к их одежде, к их традициям, к их обрядовым каким-то вещам, и почувствовать, как они себя чувствовали. Надевая народный костюм, Светлана чувствует в себе особенную уверенность. Ведь одежда – это не просто украшение, это в первую очередь колорит и духовная сила народа. Преображение в традиционный образ переносит человека в прошлое. Ведь раньше в жизни наших предков народный костюм являлся повседневным. Надеваю этот костюм и представляю, я вспоминаю своих бабушек, дедушек, своих тетушек, которые у меня ходили в этих костюмах. Я их вспоминаю, мысленно снова отношусь к тем дням своей молодости, когда я их видела, когда ходили они, пусть не в таких, может быть, нарядных, как сейчас мы представляем, но это было тогда за норму ходить в таких костюмах. С любовью к своим предкам и особой гордостью Светлана, демонстрируя свой костюм, призывает участвовать в акции своих коллег. Трудясь на одном поприще, Герман Сопочкин полностью поддерживает Светлану и отмечает важность акции. Мы живем немножечко на таком динамичном, развивающемся мире. И иногда мы забываем о своих корнях, о своих традициях. Поэтому эта акция нам позволяет немножечко окунуться назад, остановиться и все-таки осмыслить то, что было раньше. Герман Сопочкин принимает участие в акции впервые. И очень отрадно, что с каждым годом масштаб мероприятия и количество людей, поддерживающих идею, растет. В акции я принимаю участие в первый раз. На мне традиционный ненецкий костюм малоземельской тундры. Надевая костюм, я чувствую связь со своими корнями и считаю, что таким образом я могу отдать дань своим предкам, своему народу. Такие разнообразные представители народов в традиционных костюмах своих предков участвуют в акции. Если у вас есть желание посодействовать в продвижении традиций коренных народов, проведя целый день в костюме, вы можете обратиться в этнокультурный центр и оставить заявку на участие. В рамках этой акции у нас в этом году мы запустили форму заявочки. Такую небольшую, она совершенно легкая. Ее можно найти на страничке этнокультурного центра. Вот. Заполняется она очень быстро. И указывается там в основном только то, какой костюм вы в этом году представляете, и ваше имя, отчество. В акции каждый год принимают участие все организации округа, независимо от сферы деятельности. 9 августа к акции «Свой среди своих» присоединится коллектив телеканала «Север». Я буду представлять традиционный костюм коми ижимского народа. Главным акцентом в образе является коми-рубаха дерем и пояс, который играет роль оберега. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».